I'm upset. 50,000 on my head is disrespect. So offended that I had to double check. I'ma always take the money over sex. That's why they need me out the way, what you expect. Got a lot of blood and it's cold. They keep trying to get me for my soul. Thankful for the women that I know. Can't go 50-50 with no hope. Всем привет. Всем привет, с нами Ваня Петрушевский, и он вышел сухим из воды. Ваня, как тебе это удается? Это волшебство. Ваня, а ты после танцев тоже такой сухой? Очень мокрый. Вань, ну что ты нам привез? Какой груз? Я привез себя и с собой свой грув, свою манеру, чтобы люди попытались, не знаю, что-то нового научиться от меня, перенести это на себя. Ты приехал вдохновлять. А что же вдохновляет тебя? Танцоры, сами же люди, которые приходят ко мне на классы, я вдохновляюсь ими. Вообще, с чего ты начал? Как ты вообще начал танцевать и почему ты этим занимаешься до сих пор? Почему вот не полицейским ты стал? Почему не пожарником? Это, наверное, случайно произошло. Моя крестная мама отвела меня на танцы, после этого мне понравилось, я занимался этим. 9 лет танцую. А какая у тебя база? Бальные танцы, контемпорари, потом хип-хоп. А сейчас ты комфортнее всего в чем себя чувствуешь? В хип-хопе. А если все-таки вот не танцы, в детстве кем мечтал быть? Переводчиком. Английского языка, да. Do you speak English very well? No. Многие считают, что танцы это несерьезно. Что-то вот это вышел, вот это ногами помотылял, там руками что-то там поразбрасывал и все. Но ведь есть другая сторона медали. С артистами в шоу-бизнесе. Нужно пахать, чтобы работать с артистами. Ты много отдаешь сил, себя, денег на развитие, а потом через время получаешь обратную связь. Вань, чтобы тебе хорошо танцевалось, чтобы мы остались в твоем сердце навсегда. Вот арбузик. Это тебе. Ванечка плюс All Stars равно... Давай вот так сделаем. Друзья, у нас сегодня супер гость. Полина приехала к нам прямо из Киева в All Stars Summer Camp и зарядила уже 2 мастер-классами с необыкновенной хореографией, которой у нас еще ни разу таких танцев у нас никогда не было. А все почему? Потому что эти танцы, они с историей. Ну, немножечко, может, расскажешь, о чем первая хореография, о чем вторая? Ну, я на самом деле очень люблю стиль Дэнсхолл. Я его очень люблю. Это очень серьезный стиль, у него есть своя история, своя культура, и там на самом деле нужно очень многое знать, этот стиль нужно уважать. Поэтому я и не берусь его преподавать, потому что, ну, это все очень серьезно. Но я вдохновляюсь этим стилем, я очень много учу по видео, я очень много вдохновляюсь танцорами европейскими, украинскими, такими как Рия. Она очень сильно тоже меня вдохновила, я была у нее на мастер-классах, и вот она говорила о том, что каждый танец, он в принципе в дэнс-холле, он несет какую-то историю, каждый степ он что-то значит. Я так пока не умею, потому что я очень многого не знаю, но у меня есть какие-то движения, которые у меня с чем-то ассоциируются. Я иду по вокалу, с какой интонацией поет там мужчина или женщина, неважно, какое настроение в треке. Каждый трек с чем-то ассоциируется, и чтобы его легче запоминать, легче какие-то движения запоминать, ты проводишь какие-то ассоциации. Когда руки внизу, у меня это маленькие два маленьких мальчика, мы держим их. Когда там, я не знаю, вот такие пальцы, у меня здесь изюм. Вот ты каждое движение с чем-то ассоциируешь, чтобы оно легче запоминалось. Также в треке я придумала, я так себе представила, что я вот пушбэк, я танцую с каким-то горячим парнем, я с ним заигрываю, да, она даже по вокалу-то, когда Стэфон Дон начинает петь, она так прям как будто угрожает. Слушай, ну это получается курс этих благородных девиц, ты, получается, приехала, тут научила наших девочек заигрывать с горячими мальчиками. А пацанов не пацаны-то как заиграли? Вообще, да. Не менее еще и разложила для мальчиков, для девочек. Полина, ты любишь петь? Да? Караоке ходишь? Не хожу. Нет? Не хожу. А давай вот для наших телезрителей, они задание нам прислали. Задание? Спеть Юру Шатунова и снова «Седая ночь». Давай я тебе помогу. О боже, почему эту песню? Ну вот они любят Шатунова. Же реально надо петь? Да. Давай, 5, 6, 5, 6, 7. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Мы в тебя влюблены. О, спасибо. Я смотри, вас. Это вот такое вот сердце All Stars Summer Camp 2018. И вот это вот повесить над кроватью. Ой, класс! Боже, спасибо! Полиночка, спасибо большое, что ты к нам приехала. Мы очень вдохновлены и влюблены. Спасибо. Правда, правда. Brush my hair, went downstairs. Favorite jeans on my rear. And I looked up in my mirror. And I said, who's that there? Who's that there? In that mirror. I don't care and they're aware. Now I see just why they stare. I just paid them, I don't care. I know. So what, I got an attitude. Bitch, I got an attitude. So what, I got an attitude. Bitch, I don't sleep, I don't snore. Too much money out that door. On my way to go to work. Bills to pay, so hit that dirt. Change up plans, then Juvenile came on. You know that's my favorite song. I was 15 minutes late because I tried to be great dancing on my feet. Итак, погружение у нас произошло. Вот, Титаник еще пока что не тонет, потому что к нам в гости приехал Никита Митрофанов. Никита уже провел 2 мастер-класса, все мега круто. Ты любишь фрукты? Фрукты, да, люблю. В последнее время, особенно с тех пор, как перестал есть мясо, полюбил овощи и фрукты еще больше, чем обычно. А какой ты фрукт? Я банан. Почему именно банан? Я банан. Не знаю, длинный, сладкий. И тебя, нужно раскрывать. Да. Тебя нужно раскрывать. А ты на дереве или уже в магазине? На пальме. А как вообще, ну, ты отдыхаешь от всех танцев? Ну, ты же по-любому как-то чилишься. Да, на самом деле тоже для себя недавно понял такую штуку, что ровно столько, сколько ты работаешь, нужно реально ровно столько же отдыхать, потому что мы люди, у нас тело наше любимое, но о нем нужно заботиться, не нужно ухаживать, оно должно отдыхать. Думаешь, я буду фигачить 24/7, но нет, так нельзя, так не получится. Тело должно отдыхать, чтобы потом работать еще лучше. Вот поэтому, да, я люблю отдыхать, я люблю, на самом деле, очень люблю дома проводить время. Люблю убираться дома, сидеть, смотреть фильмы, кушать чипсы. Супер. Никит, вот если ты станешь министром танцевальной индустрии, какой закон ты издашь? Может быть, как бы это ни было банально, но чтобы каждый был уникален, неповторим, чтобы никто не тырил чужие фишки и работал минимум 8 часов в неделю. 8 часов в неделю. Это приказ всем танцорам. 8 часов в неделю вытанцовывать. Можно за один день вытанцевать? Можно за один день вытанцевать, а потом целый день. Клево, когда танцоры круто одеваются. Вот, чтобы каждый танцор не жалел денежки, приходил даже на тренировки красивой, чистенькой, свеженькой одежды. На самом деле одежда реально, она помогает почувствовать, помогает растанцеваться. Вот закон еще один, чтобы люди следили за собой не только в танцевальном плане, а еще и во внешнем виде. Я знаю, что ты приехал в All Stars Camp с гостинцами, вот как раз с одеждой. Да. Вот, расскажи немножко про нее. Вот, ну, много танцоров по ходу дела начинают заниматься чем-то еще дополнительно, опять же, в сфере танцевальной, но не танцами. Тут много всяких разных видов деятельности. Диджеинг, кстати, недавно тоже себя пробовал немножко в этом плане. Одежда, бренды, многие сейчас танцоры делают свои линейки одежды, у вас тоже в All Stars есть неплохая Алина Кучерешка. Вот, поэтому... Да, я вот недавно со своей сестрой из моего дома мы запустили коллекцию небольшую, состоящую из 3 ингредиентов. Вот, и мы запустили, да, маечки очень пользуются спросом, кофточки тоже. Мы стараемся возить их с собой везде, всегда на мастер-классы и делиться ими абсолютно не в коммерческом плане, а больше хочется просто приятно видеть людей в твоей одежде, когда они приходят к тебе на мастер-класс в твоих шмотках, ну это да. Класс. Это клево. Круто, круто. А еще мы заметили, что у Банчичи очень красивая страничка в Инстаграме. А чьих это рук? Чьих это рук? Класс. Мне приятно, что это не проходится мимо. Потому что периодически реально ты такой делаешь, трудишься, а потом такой, блин, никто этого не ценит. Но нет, все ценят, просто нужно спрашивать, интересоваться. Вот, спасибо, что вы заметили. Да, ребята, хаус Банчинчи, подписывайтесь, хотя я уверена, что все там уже подписаны. Да. Это очень зрелищно. И очень талантливые руки Никиты сделали именно этот Инстаграм. Я просто по профессии дизайнер. Талантливый человек, талантлив во всем. Круто, круто. Ну, что пожелаешь нашим танцорам? Желаю вам также клево проводить время, как и мы, в All Stars Dance Camp, на бассейне, танцуя, развлекаясь, отдыхая. Загорай! Да, всего должно быть хорошего побольше, и прокача танцевального, и отдыха клевого с друзьями. И последнее задание от наших телезрителей. Они безумно хотят увидеть вок в бассейне. Да. Синхронный, несинхронный, импровизационный. Okay. В общем, walk in the basic. Walk in the basic. Walk in the basic. Сейчас запачкаю. Любишь ништячки и всякое на память, вот, и мы реально на память, но сейчас лучше не дотрагиваться. Так, вот такой вот у нас есть пряничек, ты в нашем сердце, вот, All Stars плюс зигзаг, это вкусный арбузик, пряничек, ты для нас именно такой, ну и, конечно же, фоточки на память, как вообще все проходило, это уже вот сейчас, буквально 15 минут назад же был твой класс. Офигеть, вот, и класс. Тебе на память. Спасибо большое. Что тебя движет? Нельзя же все время без остановки именно... Вдохновляет все. Вот тут приходилось то, что я отучился на дизайнера, архитектора и вот эту всю штуку эту. Помогло просто видеть во всем что-то. Увидел предмет, увидел какой-то предмет, увидел какой-то пейзаж, увидел какое-то архитектурное строение интересное, увидел, как человек сидит, увидел какой-то песочек, и ты не должен пропускать мимо этого и говорить, мне неинтересно. Ты должен с этого придумать что-то интересное. И вот так вот работает мозг, и он должен постоянно как... Скажи, как ты отдыхаешь? Сижу дома. И смотришь в окно. Люблю домашнюю атмосферу, которая вот одно из самых главных, мне кажется, успехов в придумывании чего-то там и в фантазировании. Это полный штиль, полный отдых, не отвлечение, не навязывание тебе чего-то кем-то, а просто в спокойствии, дома, в семейной атмосфере, с кошкой, с любимой, ура, классно. А так, когда кино. В кино, возможно. В заведение выйти и покушать, да. Все. И парк. Природы, разные места. Сейчас времени на них мало хватает, но мы стараемся ходить. А путешествовать ты любишь? Что выберешь, моречко или... Горы. Горы, да? Горы или моречко, выберу горы. А ты был где-то в горах? Да, был в Казахстане, в Алмате. Там очень красиво, у них там большое алматинское озеро Бала называется. А что ты там делал? Я в Казахстане работал, а выезжали просто в горы поотдыхать. И в швейцарских Альпах когда-то нам посчастливилось поработать, и мы ездили туда, очень классно, очень красиво, прям шедевр. И в Крыму классные горы. Это рубрика «Анекдоты от Максима Ковтуна». Максим приготовил для вас юмористическую минутку. Поехали! Хочу рассказать вам историю, которую мне рассказал мой отец. Из жизни. Очень смешная история. Троллейбус, лето, жара, жестко. Вообще жестко все, воняет, пахнет. Останавливается на остановке, и заходит девушка и мужчина. Очень крупный. И такой мокрый, грязный. Заходит женщина и садится на сиденье, на одиночное сиденье. И мужчина становится из нее и висит вот так на поручни и смотрит. Напротив девушки, вот так, это сиденье лицом к лицу, сидел молодой парень. И видно, что он так засматривается на нее, она так села, так засматривается. И он так смотрит, они едут, и тогда девушка начинает, открывает свой кошелек и начинает набирать мелочь, чтобы оплатить. И она так складывает на руку мелочь, и резко на светофоре тормозит троллейбус. У нее резко вся мелочь высыпается, это все падает, а мужчина напротив нее так хотел резко помочь, и он резко подрывается за монеткой и пукает жестко на весь троллейбус в тишине. Все замирает. Это реальная история. Все замирает. Неловкий момент. Мужчина красный на всех смотрит, обратно сел и смотрит в окно. Девушка так все собрала мелочь. Все так отвернулись и минуту едут в тишине, в полнейшей. И тут минуту эту тишину разряжает этот мужик, который стоит большой, крупный. Слышь, перлун, еще 50 копеек пропустил. Это жизнь. Ну то есть... Да, ставьте хэштег зануда, ставьте плюсики, если понравилось, ставьте минусики, если вам понравилось. Короче, лайк и лайк. Максим, ну мы очень рады, что ты к нам приехал, и у нас для тебя есть маленькие подарочки. Это вот тебе All Stars DC плюс Максик. Это очень сладкий пряничек, это на память, то, что это те люди, которые к тебе пришли на класс, ну, собственно, это все мы. Блин, это в общем, очень клево. Peace, love, unity and Max Ковтун. If I'm honest, truth could leave me on the way. Underwater, I'm fire. Who could love me? Who could protect me? Through my eyes, all the wrong that I've done. See through my eyes, all the wrong that I'm wrong. Сейчас Саша сделает маленькую зарядку для наших телезрителей. Давай сделаем гимнастику лица. Поехали. Давай. Мы берем пальчики указательные, ложим на щечки. И правой ручкой против часовой, левой по часовой, медленно вот. Слушай, ну это очень сложная хореография. Еще за ушки можно потянуть вниз, чтобы потянулись морщинки. Морщинки? Прям сильно. А вообще обычно тянут, когда у кого-то днюха. Вверх, а это вниз, морщинки уходят. Логика. Класс. Ну а если серьезно, какое твое любимое блюдо? Мое любимое блюдо? Ого, никогда не думал. Честно, я ем все, что ем. Неправда, мы знаем, что ты вегетарианец. Вот все, что ем, я ем все. Все овощи, все сладости, абсолютно все, что только позволяет мне принципы. Расскажи, а как ты вот вдохновляешься и выдаешь потом эти чудеса танцевальные? Не знаю, вот это какая-то для меня до сих пор магическая штука, которую вообще никак не могу понять и как-то логически расставить. Вдохновиться можно чуть ли не от человека, от природы, от бассейна, от красивого вида, от какой-то музыки, абсолютно с разных вещей. Поэтому нет, знаешь, какой-то логики, что можно вдохновиться мне от чего-то одного. Это постоянно как-то с разных сторон летает. Поэтому делайте абсолютно максимально все, что вы можете делать в жизни, и вдохновляйтесь от этого всего. Как ты отдыхаешь? Как ты вообще, как ты расслабляешься, там, не знаю, там, на самом девочки, деле, кстати, мальчики, классно, что ты вот сказала про бассейн. Я раньше целый год ходил в бассейн и расслаблялся там, в Киеве. Но сейчас расслабиться, я понимаю, что это всего лишь нужно сменить обстановку. Это не значит, что ты работаешь, а потом ты лег и ничего не делаешь. Короче, чтобы расслабиться, не надо напрягаться. Нужно куда-то поехать и не напрягаться, да. Саш, скажи, а с каким городом ты себя ассоциируешь? Я себя ассоциирую со своим родным городом, город Комсомольск. До сих пор, там, где я родился, Горыш неплавный сейчас называется. Всем привет! Обожаю вообще это новое название. Знаешь, да? Да, конечно, там же куча танцоров вообще обалденных. Да. Какая у тебя погодка в душе после All Stars Summer Camp? Ой, очень приятная, очень спокойная, как такой морской ветреный штилечечек. Такой, когда прошел ураган от детей 40, или сколько их там было, очень много, очень приятные танцы, и после этого затишье приятное, перед чем-то еще новым очень интересным. Спасибо вам за ваших детей. Это еще не все. У нас для тебя есть подарочек. Это, смотри, все люди, которые были у тебя на классе, посмотри на их лица. Вот, Саша Путилов заставил всех сказать просто заклинания хлеще, чем Гарри Поттер заставлял нас в предыдущей программе. Не запомнил. Так какое это? Какой-то там именно матюк по Саше Путиловски. Он просто каждый раз разный, поэтому я не смогу вам повторить. Так, а что там? Самое главное сказать самые непредсказуемые буквы в вашей жизни просто. Например, фликлишляпатус. А что это в переводе? Вот как это вот? В переводе это означает Summer Dance Camp, мы скоро увидимся.